the time's call. We blaze the fire, call the warrior, them brave and bold. Pray to Jah and never lose the control. Cause in a Babylon it easy for go sell your soul. Give thanks, Jah guide me upon the road. Bring I to different places and make the truth be known. Rastafari is the ruler of the globe, yeah. My people rejoice and shout it out loud. Jah rule the world. The fire where the Rastaman blaze it can't out. Jah rule the world. He then and she then finally got down. Jah rule the world. Him give me the strength to be strong and always stand proud. Jah rule the world. So long they've been trying and trying and trying, but never succeed to keep we in the cage. They try to put we in Jah with slaughter them. Plus Jah people not sleep. Four corners of the world, Jah people ready for slew the beast. If a Gideon, a Gideon, yes, that's how we see it. So not try disrespect, just mind how you speak. Keep your dignity and respect when you're the outer street. You have to listen to speeches, got the teachings. Есть пекинская утка, вот это закусочка наша. А, и гермейстер еще есть. Strong and always stand proud, yeah. Tell them got to be rougher and tougher and stronger than вот. Мы в Таиланде на такой же катались, на Пхукете. Все, мне кажется, она в обморок упала. Видишь, она заняет. Ты забыл камень. Сейчас я видео снимаю. Он прикольный. Сейчас, подожди, я телефон туда уроню. Открылись мы на месте мраморного месторождения. Вот такой бело-серый полосатый мрамор у нас начинают добывать в 1768 году по заказу Екатерины II для Санкт-Петербурга. Практически до конца 19 века весь мрамор отправляли в северную столицу. Здесь выросли Исаакиевский собор Монферрата, мраморный дворец, Михайловский замок, Спас на Крови, Казанский собор, зимние все подоконники, Петербург, римские фонтаны, Шахматная гора, огромное количество памятников в пригороде. Тем более неожиданно было, когда в конце 19 века заказы на Москвитский мрамор резко наращивали. Что не каждый человек знает, что самая короткая линия прямая. Но согласитесь, участок штольни, который мы с вами сейчас видим, прямым точно не назовешь. Почему у штольни такая необычная зигзагообразная форма, я вам объясню чуть позже. Пока просто обратите внимание. Ну что, а до заборных ворот мы сразу же дошли. Справа из мраморной ворота торчат металлические штыри. Это направляющие, на них ворота когда-то висели. Слева подсвечен металлический штырь, но надо чуть-чуть вперед пройдите. Вот. Здесь когда-то крепился запор. И если бы мы с вами пришли в эту штольню 100 лет назад, вечернее или ночное время, мы бы дальше не прошли. Здесь стояли деревянные ворота, они створку штольни перекрывали полностью. Но дерево за 100 с лишним лет у нас, конечно, не сохранилось. Давайте еще раз посмотрим вперед. Поворот, поворот. Мы с вами на повороте, сзади нас еще один поворот. И законный вопрос, зачем?
Ответ на самом деле простой. Хотели как лучше, получилось как всегда. В начале 20 века, когда эту штольню уже пробивали, шли с той стороны, для того, чтобы ускорить процесс работы с этой, навстречу пустили еще одну бригаду. Ну и очень скоро стало понятно, что встреча не состоится. У горняков такое бывает, несбойка, нестыковка, ошибка в расчетах. Вторая бригада пошла немножко не там, где надо. Огромные вагонетки, которые вы видели у входа в подземный маршрут, когда-то по дну карьера таскали мотовозы. Вот в таких подземных горизонтах вагонетки толкали вручную, иногда использовали лошадей, поэтому они были значительно меньшего размера, нагруженные породой, весили более 400 кг. Такую вагонетку резко под углом не повернуть. Поэтому, когда стало понятно, что промахнулись, чтобы эти две бригады соединить, пришлось сделать вот такой плавный волнообразный.